Департамент по чрезвычайным ситуациям области провел в регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Газбаллон» совместно с сотрудниками департамента полиции, молодежным ресурсным центром и волонтерами. Это меры, направленные на обеспечение соблюдения норм законодательства в сфере эксплуатации газовых установок. В частности, требования постоянки транспортных средств, оснащения газобаллонным оборудованием, в их числе запрет на въезд в паркинге, наличие первичных средств пожаротушения и запрет заправки бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях. На территории области в текущем году произошло 6 случаев бытовых пожаров по причине нарушения правил при эксплуатации газового оборудования. Имеется факт пожара на одной из нефтебаз с летальным исходом. В целях недопущения пожаров ведется профилактическая работа с населением. На сегодняшний день 339 автовладельцев привлечены к административной ответственности. Проведены профилактические мероприятия на автозаправочных и газозаправочных станциях, а также на автодорогах и паркингах, где на население доведены основные правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортных средств с газовым оборудованием. В заключение хотелось напомнить, что не допускается стоянка автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, во встроенных зданиях, автостоянок и помещений закрытого типа и паркинга. Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная статья, также и уголовная.